Тракторозаводском районе местная жительница помогла полицейским раскрыть преступление. Пенсионерка из окна увидела, как неизвестные похитили металлическую крышку от люка, погрузили ее в автомобиль такси и уехали. Бдительная женщина запомнила марку и номера автомашины. И по горячим следам полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались трое местных жителей. Похищенное изъято. Еще несколько крышек от люков были похищены в выходные в Красноармейском районе. Оперативники уголовного розыска задержали 24-летнего подозреваемого. Крышки он намеревался сдать в пункт приема металлолома. Возбуждено уголовное дело. В Тракторозаводском районе в ходе драки у торгового центра неизвестный причинил тяжелые травмы 30-летнему волгоградцу. В бессознательном состоянии мужчина был госпитализирован в больницу. За совершение преступления задержан 35-летний местный житель. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Вчера в больницу Иловлинского района с ожогами был доставлен 12-летний мальчик. Дети играли во дворе с петардами. В какой-то момент один из подростков положил петарду в капюшон пострадавшему. В результате мальчик получил травмы. Еще один 13-летний ребенок с аналогичными травмами госпитализирован в Советском районе города Волгограда. Причиной ожогов также послужила петарда. Полицейские проводят проверки по данным фактам. Уважаемые родители, расскажите своим детям об опасностях пиротехнических изделий и не разрешайте пользоваться ими без присмотра.